Итак, всем привет! Мы смотрим реакцию на видео на канале Amigos. А что там Ивангай, ровная палочка, биполярное ТВ? Поехали! Черт! Билл, что, Джон? Тут кое-что есть. Еще один мертвый канал. Что за херня? Гребаная цензура. Давно он здесь лежит. Ну, судя по просмотрам, полгода. И что думаешь, Билл? Его еще можно спасти? Да. Прикольный перевод. Мне нравится. Тебе не нравится? Твою мать, Билл. Снова это дерьмо. Извините, подавился. А сейчас то, чего вы никогда не видели раньше. Yeah. Это гетто, бич. Я живу красиво. То, что я рэпер, написано на моей ксиве. То, что я рэпер, написано на моей ладони. Я лучше читаю, чем эпсидони. В эти дни хип-хоп — это уже абсолютный мейнстрим, который слушают бабулечки и девочки у подъезда. Именно поэтому несколько True MC объединились ради создания новой культуры — кринч-хоп. Шаришь, чувак, кринч-хоп — это контркультура. Мы не прогибаемся, мы не идем по общим веяниям. Твоя мама сосет мой член, сука, потому что она шлюха, а я еще тот без звука не читаю никогда, видишь, жевательной резинкой. Ну, кринж-хоп — это типа этого, видишь? Он не мой, но он рифмует как бог. Yeah. Твоя мама такая старая, что по сравнению с ней старик Хаттабыч. Я реально не мой. Я не мой, поняли? Это мой никнейм. Не мой. То есть мой никнейм, он не мой, поняли? Йоу. А я твой отец и бросил семью, когда тебе было... Сейчас, извините, я забыл это соус. Продолжаем. Когда тебе было 20 лет, 20 лет, ведь ты долбоёб, твоя мама тоже мама долбоёба. Мы братья, мы семья, встаём каждый по утрам, не ходим на работу, ведь это не клёво, на самом деле мы все масоны. Вот, новые паспорта. Я такого не ожидал. Польша в нашем месте встречается. Что-то я провтыкался. А далее у нас в биполярном телевидении наша постоянная научно-образовательная программа «Метод тыка» с Александром Тыком. Правда ли, что при сильном желании исправить нужду, стакан обычной воды может помочь побороть это желание? Сегодня я, Александр Тык, в нашей программе «Метод тыка» проверю этот миф. Специально для этого эксперимента я не исправлял нужду 72 часа. Ну что ж, давайте приступим к проверке. Долбоёб. И правда, выпив стакан обычной воды, я перестал испытывать чувство нужды, и мне стало намного легче. С Александром Тыком. Увидимся в следующий раз. Это ужасно и смешно. Ходьба. Занятие, которое становится все менее популярным в современном мире. Ведь ходьба —
это рутинно и однообразно. А почему бы не украсить свою жизнь красками с новой походкой из магазина? Иди нахуй. Алло, здравствуйте. Я собираюсь в поход и хотел бы заказать у вас походку. Да, мы вас поняли и уже приняли ваш заказ в обработку. Иди нахуй, это харизма, уверенность и просто супер. Иди нахуй, теперь и пешая доставка. Здравствуйте, правую хромую вы заказывали? Да. Мы доставим вашу походку, как только деньги придут на счет. Магазин походок «Иди нахуй». Заходите. Вы смотрите программу «Ашот», и я ведущий Николай Вайбер. Сегодня мы будем ходить по городу и спрашивать, как у людей дела. Кстати, мне кажется, или это банкет? Давайте спросим Ашон. О, Ваня, привет, это программа «Ашот», и я ведущий Николай Вайбер. Ашот, ты вообще? Здравствуйте, но у меня, к сожалению, времени нет, надо идти, бежать, извините. Я люблю давать общие интервью, надо бежать, извините. Ага. Можно понять, человек все-таки занятой. Времени у него не очень много, наверное, очень много дел сейчас, наверное, убежал. Действительно, нету времени, мне надо бежать. Вот мне Канни Вест звонит, надо созвон в зуме, да? Ага. Да, надо бежать. Мне кажется, он наебал. Он не говорил ни с кем по телефону. Вот что мне очень понравилось. Там не было вызова по телефону. Пройдем дальше, посмотрим, как дела у других людей в этом городе. Слушайте, надо идти, потому что Бенни Бенасси сейчас дропнул новый сингл и хочет от меня пиар-компанию. Я, в общем, слишком занятый человек. Если что, я не могу вам помочь. Очень странным. Странным. Мне кто-то звонит. Алло? Я бы с радостью вам дал интервью, но сейчас не могу, потому что я слишком занят и в данный момент времени, жизни, человечества. Я бы вам помог, но... Мода. Мода. Штаны. Штаны. Футболки. Футболки. Носки. Носки. Модный заговор. Заговор. Модный заговор. Заговор. Модный заговор. Вы смотрите «Модный заговор», и я ее ведущий Марк Декольте. А сегодня я просто вышел прогуляться в этот летний тенечек в парке, и мне стало немножко жарко. Но мне не страшно, ведь у меня есть шортаны. Сейчас буквально один момент. Смешно, но где-то я это уже видел. Что ж, освежающий результат не заставил себя ожидать. Посмотрите. Буквально 2 минуты, и мой лук преобразился. А штаны до сих пор на мне. Меня зовут Марк Декольте, программа «Модный заговор». Как вам мой лук? Великолепие воплоти. Это новинка этого сезона, называется «Шортаны». Вы бы такие себе купили? Спасибо большое, я не ношу шортаны, у меня... Это пока что. Пока вы не преисполнились в мире моды. Я преисполнился в своем познании. А цвет какой еще? Цвет пока что только этот, видите, это под Гуччи, то есть красный, зеленый, сочетание цветов великолепно. Ну не то, что красный и черный, конечно, это уже как бы 16-й год. Я бы не был Марком Декольте, если бы я вышел в парк и, конечно же, не взял бы с собой свою любимую книгу «Рэп-атака», чтобы почитать ее с интересным выражением лица где-то на лавочке. И сегодня я вышел не просто с книги, а с первой в мире перчаткой книгой. Сейчас я вам покажу, как она работает. Вот так легко и просто можно лежать и чилить с перчаткой для чтения. Перчатка для чтения. Очень удобно. Да, я уже ломаю мозг. В смысле ломать мозг? Все очень просто. Это перчатка, и в ней надо читать. Перчатка надо читать. Видишь? А что ж, ребята, это был «Модный заговор» и ведущий Марк Декольте. Я обязательно оставлю ссылки на покупки всех этих айтемов в описании. А по промокоду «Гуччи говно» вы получите 10% скидку. А по промокоду «Люблю Луи Виттон» вы получите надбавку к стоимости 30%. А всем спасибо! А далее у нас программа «Объединяющие сердца». «Жотем» с Жан-Пьером Пердуном. «Жотем». Bonjour, mes dorgies, ami Jean-Pierre Pierdon. Кстати, мне нравится то, что ведущий на улице снимается. Класс. И учу их общаться с прекрасным полом. Здравствуйте, меня зовут Олег. Мне 25 лет. И сегодня я хочу попробовать себя в любви.
Ну что же, Олег, с минуты на минуту будет у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Как твой... Сегодня я научу тебя трём основным принципам, как общаться с женщинами. Ну что же, урок первый – это внимание. Смерть! Ты должен подойти к женщине и, как ни в чем не бывало, будто бы продолжить с ней диалог. Как будто вы уже с ней говорили до этого. Сможешь это сделать? Да. Давай, сделай. Я верю в тебя. Да. Женщина – это с волосами? Да. Да, мне тоже так постоянно мама говорит. А ты... у тебя... Оператор классно снял, беспалевно так, но его даже не заметили. Я попытался уделить внимание, но было видно, что самка не очень заинтересована. Олег, послушай, что цветы жизни, Игорь? Дети. Маленькие. Да, но цветы жизни – это цветы. Все мои цветы, все женщины любят цветы, ле флёр. Тут 6 цветков, мой любимый цветок. Спасибо большое. Это не тебе, это ты сейчас должен взять это. Подойти к женщине и познакомиться с ней, слушать цветок, сделать ей хозяин. И сказать, это тебе, да? Это цветок. Я верю в него, у него все получится. Здесь я точно не смогу ошибиться, думаю, это сработает. Давай. Оу, привет, это тебе. Класс. Тупо нахуй класс. Впервые в веках нашей программы за 2 раза у нас ничего не случилось. Ничего страшного, есть более тяжелая артиллерия. Игорь? Олег? Олег? Да, Зенкир. Ничего не работает. Послушай, у меня чакра какая-то. Я никогда не думал, что идет до этого, но послушай, слышали ты что-нибудь про буленжери? Да. Oui, патиссерии? Да. Нет ничего вкуснее и слаще, и привлекательнее, чем сладкое из города Марсей. Этот торт пекли еще мои предки. Этот торт. Хорошо. Любая турочка сейчас будет твоя. Хорошо. Oui? Ты готов? Ты готов? Да. Да. А ну, как мужчина. Женщина любит мужчин, как мужчина. А скажи... если стоя? Ну. Бери торт. У тебя все получится. Все. Ой. Как это говорится у вас? Пиздец? Привет. Такая погода хорошая, я хотел сказать, что, сейчас. Тут сверху еще можно... За торт обидно, конечно. Господа и господа, я, возможно, позвучу как обычный француз в этой ситуации, но для Олега я могу сделать кое-что еще. Я могу сдаться. Да прекращай. А далее у нас в программе «Биполярного телевидения» следует передача... Извините, что опоздал. Здравствуйте. Следующая программа «Интервью на бегу». А далее у нас программа «Интервью на бегу» с нашим постоянным ведущим Александром. Ой, посмотрите, какой здоровый образ жизни. Я Ведунским. О, Ивангай. Моя любимая передача. Меня зовут Александр. Ой, посмотрите, какой здоровый образ жизни. Я Ведунский. И сегодня у нас в интервью на бегу марафон. Встретимся через 5 километров. Что ж, отметка в 5 километров. Я долина, полет нормальный. Здравствуйте, а как вы относитесь к активному отдыху? Что ж, 10 километров тоже пробежали. Здравствуйте, как относитесь к... Здравствуйте, как относитесь к... Здравствуйте.
Саша наш, уже 20-й километр. Здравствуйте, как относитесь к здоровому образу жизни? Это было интервью на бегу с Александром. Вы посмотрите, какой здоровый образ жизни я веду с кем. Спорт – это хорошо, спорт люблю. А сейчас то, что вы никогда не видели раньше. Думали ли вы когда-нибудь о том, что мы живем в симуляции? Этого нельзя знать наверняка, но это 100%. Правильно? Меня зовут Виталий Тринити, и вы смотрите программу «Кроличья нора». Non-playable characters, NPC. Это не игровые персонажи, которые не играют никакой роли в этом мире. У них очень предсказуемое поведение, когда им говоришь «здравствуйте», они обычно отвечают «здравствуйте» или «добрый день». «Здравствуйте». Моя любимая деталь этого мира – это мусорники. Каждая трубочка, запах. Этого запаха на самом деле нет. Я понимаю, что вдыхая его через свои симулированные легкие... Да, я тоже не чувствую запаха. Симулированный, как и я. Он прав. Вы слышали когда-нибудь, что мы живем в симуляции? Что все вокруг не настоящее? Вы понимаете, что этой ложки нет? Ровно так же, как этого кинотеатра. Видели этот кинотеатр когда-нибудь? Как он называется? Его уже 14. А что это там за фильм? Люди... Месяцев нету. Да. А знаете, из-за чего? Из-за чего? Из-за снятка между нами. Да. А, ну ладно. Вы обновите вспоминать? Начнем. Передача. Вы про... Нет, это было силой мысли. А знаете, когда это вот мальчик, который у него ломался... Я вот срочно зову. В трех фильмах он снимался. Заломался. Последний фильм, который Джинк... Ну, так чаще всего и происходит общение с NPC. Да. Кто не верил, надеюсь, теперь поверит. Это была программа «Кроличья нора», ее ведущий Виталий Тринити. А в следующий раз ты смотришь нашу программу, задай себе вопрос. Это ты смотришь меня или я смотрю тебя? Ого! Неплохо, довольно-таки. Конец. Вау, мне понравилось. Ребята, спасибо, что вернулись на YouTube. Буду обязательно делать реакции на каждое ваше видео. Теперь это смысл моей жизни. Спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, лайк пишите и комментарии не забудьте. Пока.